Доброе утро, Жоржик. Good morning. Зашибись, да, Лаврушка? Ты не офигел ли, а? Мила. Привет, привет, Милаша, привет. Доброго, доброго тебе. Так, у нас Катя еще не встала. А вот и Катя встала. Никакая. Да, зайка, не выспалась? Выспалась? Давай, спускайся. Так, малышня, встали сразу же с айпэдами. Сейчас буду их кормить, поить, причесывать, умывать. Лёва играл, не знаю, до скольки, но в 3 часа ночи он все еще играл. Во сколько он лег, не знаю. В 3 часа ночи обещал, что ляжет, но что-то я сомневаюсь. Меня терзают смутные сомнения. Так, что вам включить? Ютубчик, конечно же. И детских блогеров. Так, у меня есть 5 минут спокойно умыться. Смотрите, как Жорик пьет водичку. Это так Жорик пьет. Масик очень аккуратно пьет. Масик пьет из вот этого вот струйки, которая льется, а Жорик принципиально пьет прямо из цветочка и тем самым разбрызгивает. Вот здесь всегда все мокро. Мася, доброе утро. Все мокро. И вот здесь все мокро, везде мокро. И у Масика только очень аккуратненько все. А вот отсюда и все здесь же остается вся водичка. Жорж. Мася, good morning. Куда пошел? Блин, вот эта вот лопата меня уже просто вот подбешивает. Она всегда валяется на полу, ее жрет собака. И принципиально кто-то, я даже не знаю кто, ее кладет вот сюда. Масик. Мила. Утренняя небольшая уборочка. Что это такое синее? На полу, что это такое? Не знаю. Мой завтрак, друзья. Очень горячая булочка. Поджарила ее. И та-да-да-да. Это вчерашняя жареная картошечка. Good morning. Ты что, мокрая, что ли? Купалась? Мы сейчас уже позавтракали. Катя сидит тут. Смотрит своих блогеров. А у меня завтрак. Картошка. Пепси-колка и булочка. А, друзья, сейчас читаю ваши комментарии по поводу прошлого видео. И чувствую себя просто какой-то сволочью. Спасибо огромное. Столько много хороших комментариев. И что вы будете переживать и скучать по поводу того, что видео будет одно. И что, в общем... Большинство из вас пишет, что было бы лучше, если бы было 2 видео, и что вам очень приятно, что мы выкладываем 2 видео в день. И несмотря на то, что там, в общем-то, в этих видео ничего интересного особо, так, обычная абсолютно рутина, очень приятно, спасибо большое. Я даже, честно вам скажу, задумалась сейчас, думаю, может быть, зря я, может быть, действительно это нужно многим из вас. А, Катюш, как ты думаешь, 2 видео выкладывать или одно? 2 или одно? 2. Она даже не поняла, про что я спросила, но да ладно. В общем, сейчас читаю комментарии, мне так приятно, я прям чувствую себя как-то ужасно. А еще, друзья, сейчас вот читаю комментариев довольно уже много и... Кать. И хотела бы, вы знаете, я обычно не комментирую глупости, но вот здесь был комментарий, жаль, что Владимир удалил свой комментарий, это не мой муж. Комментарий, жаль, удалил, там много было глупостей написано, но я бы хотела прокомментировать одну самую большую глупость. Я бы даже не только Владимиру прокомментировала, а вообще всем, кто тоже так считает. Друзья, нельзя родить ребенка и хоть 10 детей в Америке и получить за это гражданство. Нельзя, это невозможно. Если бы было так все просто, ребенок только получает гражданство.
тот, который родился на территории США, получает гражданство. Вся семья, и тем более родители, никакого гражданства не получают. Только если ребенку здесь исполнилось уже 21 год, то есть он прожил здесь уже 21 год с гражданством США, и только тогда можно сделать запрос на воссоединение с семьей. Тем более мы уже не раз говорили об этом, но все-таки многие почему-то так продолжают думать. Ну, ребят, на самом деле, даже не обязательно смотреть и слушать то, что мы говорим, просто загуглить. Поэтому это невозможно, получить гражданство только потому, что вы здесь кого-то родили. Да, Милка? А, Милка? Вот Милка у нас гражданка США. Да, Мелания? Мелания родилась здесь, она у нас гражданочка. Гражданочка, да, США. Она у нас единственная в семье гражданка США. А нет, еще Жорик у нас гражданин США. Наш беспородный Жорик гражданин США. Масик и тот не гражданин США. Он у нас с Украины. Да? Кота нашего с Украины привезли, кто не знает. Да, Мелания? Вот она наша гражданочка. Да? Скажи, у меня есть документы. Угу. Хвост. И чего там еще? Мои документы. Да, милочка, давай я тебе хоть открою. Это ж не видно, что ни черта. Так? А! Вот оно наше гражданство США. А? Жируся. Беспородный котяра. Наш гражданин США. Но мы по нему не можем получить документы. Да? Жируся. Чего тут лежим, плавимся на солнце? Жирок, чтоб, да, расплавился немножечко, да? Поел, поспал. Теперь надо полежать на солнышке. Жирок подплавить. Что ты там увидел? Птичка. А, птичка. Вон птичка ходит по газону. Ой, все. Все, Жорик. Инстинкты. Вон она, птичка идет. Черненькая. Ой, Жорик. Все, охота. Куклы бесхозные валяются. Что-то Лаврик остыл к ним. Не поняла, что это. Тоже не... А, это Катина работа, вспомнила. Это Катя. Катина творчество. Лаврушина творчество. Жорик. Гражданин ты наш. А где наш не гражданин? Нет его что-то. А где Мася? Жорочка, где Мася? Где наш гражданин Украины? А? Ой, ты. Жирок подплавить немножко надо, да? Подплавить чуть-чуть жирок, да? Жирок подплавить, да? Плавишься тут лежишь. Господи, такая жара, капец, в такой шубе еще на солнце. Ой, жорик. Ой, что с нашими столами, а? Жесть. Ну, я думаю, еще год они. Ну да, год, наверное. Проживут. Я думаю, через год мы уже отсюда точно съедем. И я их выкину просто. Потому что, ну, тут нечего вообще сохранять, нечего тут делать. Тут вскрыто просто вот. Тут вообще, я не знаю, что это было вообще. Чем это вот так вот можно сделать? Что они делали, я не знаю. Их просто выброшу. И, наконец-то, я закуплюсь уже икеевской мебелью в детскую. Икеевскую мебель я вообще предпочитаю только в детскую. И какие-то там штуки, там типа какие-то контейнеры, какие-то там штучки там, может быть, что-то такое мелкое. Но в целом мебель Икеи мне вообще не нравится. Только вот детская. Детская очень нравится. Какие-то парты, какие-то такие, там очень все продумано, какие-то такие вот мелочи, до которых даже вот не догадаешься. А вот там вот действительно такие продуманные штуки, именно в детской мебели, очень она мне нравится, я и столы хочу взять. Вот кровати, правда, под вопросом, мне кровати там детские вообще не нравятся, вот вообще. Ну, не знаю, может быть, что-нибудь там появится интересное такое. Хотя нет, вру, мне одна кровать у них очень сильно нравится. Знаете, какая? Она тоже двухъярусная, тоже белая. И у нее вот здесь вот еще такая одна большая часть, она как шкаф. И она вот сюда еще вот так заходит. И получается там полки и шкаф, дверца, не помню, что это такое. В общем, где-то она у меня есть в сохраненных этих. И очень такая, знаете, она мне нравится. Но она очень такая громоздкая. Сюда она вообще никак не впихнется. Она очень большая. То есть это либо переезжать, чтобы у детей была другая комната. Хотя детей-то разделять, в общем-то, надо. Будет скоро. Гражданочка. Вот. И, в общем, хочу и столы взять, и какие-то полки такие, знаете, функциональные. Там какие-то ящички. В общем, очень мне нравится именно детская такая тема икеевская. Поедем в Икею, да? Поедем. Айкия, как ее тут называют. Так, Мила, давай, тебя тут вообще не стояло. Давай, пойдем. Тебе, наверное, тут.
Ты девочка из игры в кальмара? Да. Squid Game? Ты моя зайка. Они смотрят сейчас блогеров, которые снимают на тему игры в кальмара. Я что-то немножко тебя неровно завязала. И все, Катя в образе. Да, Катя? Ты в образе? Да. Все. Так, Катя все еще в образе. Смотрит. Так, все, давайте, ешьте. Катя в образе доканывает Лаврика. А он не хочет играть. Так, не уроните, подвинься. Лавруш, подвинься чуть-чуть. Так, что эти кошек с собой таскают разрисованных. Они уже все лапы у них отбили. Все отбитое, какие-то отбитые животные. Ты давай, выходи из образа и ешь. Так, друзья, у нас посылки. Распаковка. Это все на Back to School. Давай, я буду открывать лучше. Не, нет, сейчас отрежешь что-нибудь, давай. Или себе, или здесь. Давай, давай. Так, это маленькие книжечки. Мои? Твои, Лаврушины, да. Это маленькие книжечки. Так, у меня это не все. У меня еще, по-моему, должно прийти. Положи, пожалуйста. Давайте посмотрим. Подожди, Лавруша, это пока не открывай. Маленькие книжечки. Это называется серия книжечек. Первые, в общем, самые первые только, когда начинают читать. Здесь много картинок. И... да, Лавруш, пожалуйста. И Барби, конечно же. Как же без Барби? И динозавры. Здесь и Лаврику, и Кате. И чтобы они вдвоем мама, читали. Тут... они... вот у это... них разница-то год мама, всего, поэтому... да, и мама, динозавры посмотри. Танцуют. Довольно крупно мама, написано. Да, вижу, много картинок. Мама, это сейчас откроем, покажем. И вот такие вот Барби, книжечки, да, легкие для чтения. Потому что Катя у нас, по-моему, уже вообще мама, не помнит. Катя, по-моему, уже все равно не помнит, как что читать. Буквы-то уже, наверное, забыла за каникулы. Поэтому вот такие вот довольно простые книжечки. Дай-ка Барби покажем. Так, что тут с Барби? Мама. И Барби тоже самое, тоже мам, первый мам, шаг. Смотри, сейчас, делать. Я вижу, вижу. Все довольно простые. В общем, много картинок. Давай, зайка, давай, давай я помогу. О, я так... хочу! Вот да, конечно, ты не хочешь, да. Вау, это мне? Это кроссовки я тебе. Еще я заказала рюкзаки. Лаврош, я знаю, что ты не хочешь. Я все это знаю. Я надеюсь, размер я подойдет. Ну-ка, Катя, иди сюда. Так, это Лаврика. Давай. Иди сюда. Так, давай мерить будем. Да, ну и там бумажка просто. Так, вот такие вот красивые кроссовочки взяла. Там. Максимально легкие и максимально тряпочные. Видите, это там. Такие тряпочные кроссовочки. И обязательно, чтобы была вот такая вот застежка-липучка. Вот от такой мама, вот фирмы. Можно я примерим? Вот так называется. Сейчас давай примерим. Так, одна ножка есть чуть-чуть на вырост. С носочком. С носочком. Иди сюда, дай ножку. Затянем немножко. Но у тебя еще те, в любом случае, ты из них еще не выросла. Вот, а эти я взяла на размер побольше. Лаврику взяла такой же размер. Нила, ну, чилается. У Лаврика взяла тот же размер, что и Катя. У него нога больше. У него больше размер. Так. Лавриковская лапа. А одевать он их категорически отказывается, но хотя бы разрешил приложить к своей лапке кроссовок. И, по крайней мере, они ему как раз и буквально там чуть-чуточку на вырос. Вот чуть-чуть. У Кати довольно сильно, но у нее те еще, в принципе, новые, которые у нее розовые были с прошлого года. Мы брали уже в конце года их. Поэтому... о, ты уже второе дело? Ну, красотка с носочком. Но эти чуть-чуть тебе великоваты. Я на размер больше взяла. Как раз еще месяц до лета. И, в общем, короче, в них еще ходить, не переходить. Лаврик категорически отказывается. У него еще просто рюкзак будет в стиле Человека-паука, я заказала. Такой тоже синий с красным. В основном там больше красный преобладает, потому что синий был он такой прям темный-темный. Я не стала его брать синий, прям темный. Взяла больше такого красного цвета. Мила пришла. Вот, так что вот такие вот очень легкие, хорошие у них отзывы. И такие тряпочные, и тряпочные. И очень прям легкие. В общем, время у нас еще немного есть, месяц буквально до школы. Ой, надеюсь, мы впихнем Лаврика. Так, ну Катя ходит в них уже, книжки уже потащила куда-то. Читать пошла? Где? А, вот он. А, Жварик. Лёва чуть на тебя не сел, потому что тебя не видно, черного кота на черном стуле. Не видно, только видно твои белые лапки. И стул черно-белый, и кот черно-белый. Будешь выгонять, Лев? А, Жорик, Жоречка, а что ж ты ушел с кровати? Жируся, 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 скажи, там полежу, тут полежу, да, везде полежу,
Почешите меня, почешите. Жируся. Лёва, вечно тьма тараканья. Вот так, скажи, кайф, да? Да, это черный кот в черной комнате, на черном стуле. Ой, Жируся, ой, Жируся, ой, Жируся, Жируся. Ну, дети, бесючка начинается. А? Жируся, кс-кс-кс. Ты посмотри, твоя шерсть везде остается. Везде остается твоя шерсть. Ладно, Лёва там с детьми бесится. Поваляйся пока у него тут. Кс-кс-кс. Одноглазый ты все-таки у нас. Сильнее. Сильнее бей, Лавруша. Лёва, помнишь, ты так занимался? На вас подушку какую-то такую давали вам, помнишь? Я тебя спортом занимался. Ты спортом занимался, да. Вот Лёва так дрался. В комнате. Да, в Москве он так дрался. В комнате, я поняла, да. Я видела, они били подушку. Выкупили вот эти штучки. И вот так, и вот так, и вот так ты делал. И теперь сильный. И теперь ты сильный. Все, бесючка началась. Так, дети придумали машину себе и едут с Лёвой. Это что за игра, Лев? Это Gear Club. Gear Club. Это типа Need for Speed. Типа Need for Speed, да. Лёва, можно я с тобой буду? И эти тоже придумали себе машины, уселись и поставили это два барных стула, которые здесь стоят у нас. Я победил! В общем, забрали у мамы стулья, но я хоть доделала уже все. Последняя. Да. У меня машинка есть. Я хочу red. Я хочу red. Что? Я хочу red. Красную он хочет. Красную. Я их искупала, они сохнут сидят. Мы уже играем. Куда поставить? А куда? Тут можно даже ставить. Катя тут пыталась книжку почитать, в итоге ее Лёва прочитал. Не, ее Катя тоже читала. Катя тоже читала? И Лёва ее прочитал. В итоге, говорит, какая книжка классная, и прочитал. Такие вот веселые книжки. Мы, правда, с ней еще ни одной не прочитали, но она читала сама. Я не знаю, как она читала, может, хорошо читала. Ну, так веселые книжечки, классные. Мне прям очень понравились, я по отзывам посмотрела. Их много, их прям очень много. И они такие совсем-совсем для началки. Да, она уже это, наверное, не помнит. Ладно, посмотрим. Кстати, я могу даже цвет менять. Я хочу red. Есть. Не очень машинка. Не очень, да, Кать? Не очень машинка. Да, она завидует, что у меня поедет. А у меня есть новая машина. Катя, главное, чтобы розовая была, да, Кать? Желтая. А тут розовый где-то... Ну, вот она была, purple. Хочу purple. Я хочу purple. Вот это бэшечка. Золотой. О, золотая крутая. Золотой хочу. И белая нравится. Все, начинается сейчас. Ну, а сейчас я шью, Кать, а я шьёва. Все, начинается, Лёва. Я сейчас тебя отгоню, Лёва. Лёва, я сейчас тебя отгоню. Давай, Лавруша. Ага, вот я. Ты с Лёвой? Ага, вот я да. Мама, блин, на машинке. А, ты последняя. Да. Отстань. Катя, не отставай. А вот ты на бэк. Ага, ты далеко. Я первый. Ой. Ой. Нет. А, я тебя обгоняла. Нет, сейчас я обгоню. Да. Обгонила. Сейчас я тебя догоню. Нет, Катя, не отставай. Ага, я фэст. Нет, ой. Как-то. Я уже близко, пока. Ну, все. Остался последний Катя, и теперь мы бегаем, мы ее догоним. Это надо так придумать. Нет, поставили эти стулья. Вот сейчас она гоню. Вон она голубая. Ой. Ха-ха, это я обгонишь. Вон она голубая, там впереди машина. Это типа Катя. Да.
Ты Катя впереди, что ли? Да, я сейчас более близко. Да, я с Юлой. Молодцы. Давай, Лавруша, догоняй, догоняй. Я могла почти, почти. Ой, я тебя вижу. Давай, давай, давай. А, вот она, вот она. Сейчас обгоню тебя, Катя. Молодец, давай. Все, погнал, погнал, погнал. Катя, я сила. Да, я погнал Катю. А подожди, давай. Все, я выиграл. Молодцы. Катя, ну давай в следующий раз ты выиграешь. Колеса какие? Хочу вот эти. Вот я уже готова. Вот эти. Ладно. Синяя машинка, мне нравится. Так, что еще? Бумс. Стоял, стоял. Вау, смотри, какой бампер могу поставить. Вау, я тут так вот готов. Я хочу золотой. Золотой, так. Да. Подожди. Я хочу золотой, вот. Это желтый. Это желтый. О, зеленый какой-то. Катя, главное, блестящий или розовый. Или в стразах, да, Катя? Супер, да. Ну, я, наверное, вот у меня блестящие машины. Лавра, опять звезданешься сейчас. О, нет. Бабе, что ты нашел? Кать, уйди. Ага, да, Кат, не мешай! Да, Кат. Уйди! Ха-ха! Я, Кат, а я Сёлой, ты нас не догонишь! Я на чёрной машинке! Нет, ты на брю машинке! Понял? Ты на чёрной? Да! А, ну всё, бай-бай, я уже впереди! Нет, я на Сёлой! Да! Ага! Представляешь, что я выиграю? Ты на красной? Да! Лаврик, Лаврик, так нельзя. Лаврик. Эй, ты куда? Все, я тебя уже все. Бедные мои стулья. Я жду, Катя, ты мне обещала последний раз. Уже вечер, уже. Уже спать пора. Лаврик уже зубы почистил. Все, я уже а Катя все никак не доедет. Леву никак не перегонит. Скоро закончится. Ты умылся, ты зубки почистил. А я с тобой. Мам, я... Ты с Левой. Скоро закончится. Лева на... Целуи, а я на сиденье. А ты на сиденье рядом, да? Да, Юра будет с тобой. Юра будет с Лаврушей. С Лаврушей. Осторожно, как упадешь. Я с Лёвой буду. Ты с Лёвой, да. Давай, Лёв. Нет, он скоро закончится. Уже прям рядом. Вон там финиш. Быстрее. Уже скоро. Катя в одну сторону, главное, крыша все время. Катя выиграла! Катя выиграла! Все, зубы чистить. Забираем котиков с кровати Кати. Жорик, разбудили! Разбудили Жорика! Скажи, понабежали все! Понабежали, скажи. Тише, тише. Так, Масю не трогайте, Лёва сам забирает их. Давай, забирай. Масю забирай аккуратненько. Бедные, они тут так спят хорошо. Так, Катя тоже умылась. Все, так, Лавр, ложись давай. Все, ложись. Я не хотела играть, но так, вот у нас... Ну, не надо, дети, не кричите, а он... Ну, конечно, он все орут вокруг. Смотри, 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 мам. Мася. 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 Погладь, погладь. Ну, а вы так их разбудили шумно. Они тут весь день вялятся. Мася тоже погладит.
Мася. Все, уноси Масю. Все, Катя, все. Все, давайте, ложитесь. Ложись, ложись, давай.